Офигенно. Эвакуация. Не думаете выехать в Краматорск, а потом на эвакуационный поезд и на запад? Да думаем, но страшно. Вот страшно, понимаете, как здесь все-таки, ну вот страшно мыкаться. А когда мы вернемся сюда домой? Думаете эвакуироваться или кого-то будете эвакуировать? Вот. Не, с палочкой бабушка после операции. Это мама ваша? На позвоночник, да? Это моя мама, да. Что забирать? Сейчас, подожди, хоть палочку возьму. Палочка. И как вы тут живете после 24 февраля в Северодонецке? Ад, Господи, зачем такое? Мои родители пережили такую войну, но тогда были немцы. Никогда не думали, что нас так будут уничтожать. Боже, за что? Не плачьте. Так как же не плакать, а жить на таких лет, и чтоб у нас так за что? Как у вас тут, часто стреляют? Да. Каждый день. А где еду берете, лекарства, воду? Ну так вот. Вон далеко. Гуманитарно. Они там я вот с этого погорелого дома. Не могут никак пожар затушить. Уж инсульт там лежит. Мира хочу, ничего не хочу, уже ничего его не представляю. Власти нету. Все эвакуировались. Одно население осталось, и все. Но вы не думаете отсюда выехать? Ну вот пока еще целое, и есть где быть у себя дома. Где-то спать в спортзале или в садике на матрасе, ну день, ну два, ну три, а потом назад ехать, куда? Ну вот как пока, как говорится, до последнего. Она не парализована, у нее что-то со спиной там. Бабушка Аня, он хлопцы пришли. Моя ты хорошая, хлопцы пришли забирать меня в больницу. Меня в больницу? Да. Есть вы чистенько подложить на пол, чтобы ее... Не, ну туда, в угол. Ну все уже, как есть. Выбор небольшой. Я положила. Ой, как вы пожалуйста. Может, наверное, вернемся, что я его отбегал. Я падаю! Не, падаю! Не, падаю! Ну, куда не падаю? Вырубай!